Празднуют все страны, города. Второму приезду сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, курсам прогрессивных призовов Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ильичик Медведев, Владимировича Путина, Владимир Владимировича, Кирилла Борис Вячеславович Крылова, Патриарха Кирилла, партии Единая Россия, слава, ура! Героев нашей армии, доблестной, непобедимой. Спасибо вам большое. С праздником. Тоже с праздником. Поздравьте наших ветеранов, пожалуйста. От всей души. Низкий и наших поклон. Лидеров вооруженных Медведя Путина. Благодаря им. Спасибо вам. Спасибо. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Спасибо. Спасибо. Великая отчизна, любимая страна, в ней высший смысл жизни, навеки нам дана. Великая держава, любимая страна, это наша гордость, слава, для всех для нас одна. Эскадрильи стрижей витязей взлетели над Москвой. Герои на Красной площади честь отдают Дмитрию Анатольевичу сроку Дмитрию Анатольевичу Медведеву, курсу самому прогрессивному передовому Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлану Владимировну, Ильичу Медведеву, Владимиру Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Сергею Семеновичу Собянину, Анатолию Дмитриевичу Сердюкову, Ивановичу Нургалиеву, Бортникову, Павлу Чайке, Чайке, Миронову Грылова, Браткова, Исаева, Жукова, Саня Собянина, Сергея Семеновича, Кирилла, стране родной. Москву мы все здесь любим, гордимся мы своей страной. Восхищаться вечно будем горним небом над Невой, Твой рекой. Город Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы Владимировны, Ильича Медведева, Владимира Путина, Людмилы Александровны, Владимировны, Екатерины Владимировны Путина, Сергея Семеновича Собянина, Путина Сердюкова, Валиева, Бортникова, Чехалова, Чайков. Блок Ахматова, Любовь, город ангелов, Ксения Красавцева, Любовь, город ангелов, пророков, Божьей Матери покров, во всех держав всемирных, вам все пришли воздать. Даст великий святой процветающей России Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Владимира Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Сергея Семеновича Собянина, Сердюкова, Галиева, Бортникова, Коновала, Чайки, патриарха Кирилла, Кирилла, Господь России, Господь Иисус Христос, Нарышкина, Григорий Мирон, Господь Иисус Христос и Божья Мать и святая благодать. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. У вас многозарный господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Сергей Семенович Собянин, Илья Сердюков, Иванович Нургалиев, Горников, Илья Чайка, Шойгу, Шувалов, Шматко, Жуков, Миронов, Жуков, Кудрин, Фурсенко, поддержка всенародная.
Дмитрием Анатольевичем Медведевым все советский срок, всем миром избрать. Дмитрием Анатольевичем Медведевым всем миром поддержать. На вас, многоуважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий, вооруженными силами России, Анатольевич Медведев, Владимир Сергеевич Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Сергей Путин, Сергей Иванович Собянин, Сердюков, Анатолий Галиев, все россияне, дружные, неоглавные, Чайка. Все россияне дружно и согласно идем голосовать. Волеизъявление народное. Не от очень медведя. Все главные задачи нам решать. Реформы все осуществлять. Великая цивилизация и инновации осуществлять. Святой процветающей России на века возрождать. Великой святой процветающей России Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Лидия Медведева, Владимир, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Сергей Собянин, Сердюкова, Господь Иисус, Господь Шойгу, Курсинга, Господь Иисус Христос и Божия Мать и Святая Благодать. Наша Россия, президент, ваша сила, право и честь. Please say a good word about Moscow. Good words. Good words. Yes, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самых профессиональных рядовых Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ирина Ильинична, Лачкунина, Александра, Мария Владимировна, Сергей Семенович, Анатолий Эдуардович Сердюков, партия «Единая Россия». Со всего мира приезжают люди, чтобы поклониться, отдать честь и уважение героям российской армии, поздравить российский народ с Днем Великой Победы, с 9 мая. Наша Россия, и с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самых профессиональных рядовых Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы Владимировны, Ильины Медведева, Владимира Чепунина, Александра, Марии Владимировны, Тимона Пунина, Сергея Семеновича Собянина, Патриарх Кирилла, партии «Единая Россия», Антон Дуарчев Сердюков, наш Борникова, Коновалова, Нугалиева, российские вооружения, российская МВД и армия, Россия самые лучшие в мире, и космос, и разведка. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Здравствуйте, здравствуйте, поздравляю вас с победой второго президента срока Медведя. Слушай, наградами Медведь будет и вас. Победа ветеранов, твои вас. Самая лучшая армия в мире, российская. Для всех, для нас, дана. Только что герои и выдающиеся военачальники поддержали второй президентский срок легендарной непобедимой армии. Мы поздравили ветеранов с Великой Победой. Вас, Медведева, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Александра, Мария Владимировна, Сергея Семеновича Собянина, Анатолия Эдуардовича Сердюкова. Вас, главных героев и защитников России, России всей планеты, миротворцев, всех ветеранов, планов, победителей и всех военнослужащих, весь личный состав нашей доблестной армии, МВД, срок поздравили с Днем Великой Победы и поддержали второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, курс самых профессиональных рядовых Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Владимир Владимирович Путин, Александра, Мария Владимировна, Сергей Семенович Собянин, Анатолий Эдуардович Сердюков, Сердюкова, Нургалиева, Борникова, Коновалова, вас, главных героев России, фронтового чайки, вас, главных героев России, всей планеты, и с высшими наградами, орденами, медалями, вас, Медведева, Путина, Миронова, Крызлова, партия «Единая Россия», армия, российская армия, МВД, ФСБ, ФСБ, Бортникова, Коновалова, Сердюкова, наша Россия, наша Россия, вас, наша сила, права, вас, наша сила. Призываю всех христиан голосовать за второй политический срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, они спутили партии «Единая Россия». Мне с Медведевским вызвали второй президент срок Дмитрия Анатольевича Медведева, на который еще позже регионы поддержали, об этом мы создали сами на примере. Поздравляю! Все высшие награды 32-го международного фестиваля Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимиру Екатерине, Владимиру Путину. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С Новым 2011 годом! Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья!
счастья, любви. Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого профессионального передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла, вы творческая группа «Нестер Медведский», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самого прогрессивного рядового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия», призывая всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самого прогрессивного рядового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, важна сила, право и честь. Поздравляем вас с наступившим новым 2011 годом. Мы назвали главным человеком эпохи года на планете, главным победителем, главными героями России и всей планеты, лауреатами фестиваля славы и честь России, главным человеком эпохи года на планете 2011-2010-столетия, главный герой России и всей планеты Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Людмила Медведева, Владимировича Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, его святейшего патриарха Московского Сиа России Кирилла, Сергея Семеновича Собянина, Нургалиева, Бортникова, Коновалова, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фродкова, Шойгу, Фурсенко, Голику, Грефа, Кудрина, Набиуллину, Грызлова, Мирона, Володина, Воробьева, Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Много счастья вам желаю. Соседи, хорошо, нет? Получилось. Леночка, целуй меня. Пошли. Давай, Вильки до вас, Лена. Лена и Людмила. Прекрасное новогоднее поздравление, обращение к гражданам России. Дмитрий Анатольевич, уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженным силам России, Дмитрий Анатольевич Медведева. Слава! Ура! 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 Победа на века! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро подбой курантов уйдет в историю 2010 год. И вместе с ним первое десятилетие нынешнего века. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные моменты. И надеемся, что следующий будет хорошим и удачным для каждого из нас. И для всей страны. Мы будем вместе строить современную Россию. Сильную, открытую, дружелюбную. Прекрасно. У нас богатая и древняя история. Но дети, родившиеся в новой России, уже стали взрослыми. Прекрасно. Теперь от них зависит, каким будет второе десятилетие этого века. И все, что мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них в жизни все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. В стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего многонационального народа. Где стремятся к достижению новых целей. Уверен, так и будет. Прекрасно. Дорогие друзья, у новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С новым 2011 годом. Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия», патриарха Кирилла, вы творческая группа «Нестер Медведский», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна,
Стеллу один, и мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Столетие.